В Афганистане смертник атаковал офис полиции, в провинции Кандагар неизвестный атаковал штаб-квартиру полиции, в Афганистане в провинции Кандагар неизвестный атаковал штаб-квартиру полиции, в результате чего погибли 6 человек. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает КАМЭПРЕС со ссылкой на представителя сил безопасности. Отмечается, что атака произошла возле входа в офис полиции. Как сообщают правоохранители, террорист-смертник врезался в здание на автомобиле, начиненном взрывчаткой. В результате происшествия не менее 6 человек погибли, еще 7 получили ранения. Ни одна группа пока не взяла на себя ответственность за нападение. Напомним, ранее в отделении полиции в Брюсселе бросили коктейль Молотова. По материалам сайта newsgro.com.